Доброго дня, шановні глядачі! Я рада вітати вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі програма «Це вас хвилює». Як завжди по п'ятницях ми запрошуємо до нашої студії практичних психологів. І сьогодні із фахівцем, практичним психологом, ми поговоримо про те, як правильно обрати професію, які психологічні типи професій бувають і які помилки ми іноді припускаємо, обираючи свій подальший кар'єрний шлях. Відповіді на ці та інші питання надасть моя гостя, пані Ірина Телешова, практичний психолог ліцею торгівлі та ресторанного бізнесу. Доброго дня, Ірина Вікторівна. Здравствуйте. Я рада вітати вас у нашій студії. Одразу ж нагадаю вам, шановні глядачі, номер нашого телефону 76-92-42. За цим номером ми приймаємо ваші телефонні дзвінки із запитаннями. Будь ласка, телефонуйте до нашої студії. Ще раз нагадую, сьогодні ми будемо говорити про майбутню професію і психологічні типи професії. Отже, Ірино Вікторівно, якщо говорити про вибір професії, незабаром вже розпочнуться випускні іспити зі шкіл, розпочнеться незалежне оцінювання знань, і перед майбутніми абітурієнтами постає питання, ким бути. Як же визначити для себе, яка професія підходить, а яка не підходить? Спасибо. Это очень такой актуальный вопрос на сегодняшний день. Он актуален для самих детей, но их родителей. Вопрос выбора профессии – это важный этап в жизни каждого человека, будь то подросток, юноша или взрослый человек. Каких же ошибок нужно не допустить при выборе профессии? Для этого я бы вам расскажу о том, что нужно пользоваться некой формулой, которая звучит «хочу, могу и надо». «Хочу» вмещает в себя этот фактор, вмещает в себя ценности, способности, устремления человека. «Чего я хочу?» Чего я желаю в этом мире, какую профессию хочу обрести. Второй элемент этой формулы – это «могу». То есть это психологические качества человека, его способности, его физические данные, которые мне помогают осваивать будущую профессию. И третий элемент нашей формулы «это надо» состоит в том, чтобы она нам показывает востребованность нашей профессии на рынке труда, что очень сейчас актуально. И для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно задуматься и как подросткам, так и родителям. И вот мы сегодня об этом поговорим. Известный научный деятель Добролюбов говорил о том, что неспособных людей не бывает, есть неуместные. Слово «неуместные» нужно использовать именно буквально, не на своем месте. Поэтому сегодняшняя тема для нас, для всех, как и для родителей, для меня в том числе, очень актуальна, и мне будет интересно с вами говорить. Вы сказали про то, что важно звернути увагу, в першу чергу, на свої інтереси і на свої здібності. Так? Що ж необхідно врахувати під час вибору професії? Чи важливо врахувати темперамент? Чи важливо врахувати риси характеру? Якісь інтереси, чим дитина або юнак, або доросла людина захоплюється у позашкільний час, тобто додатковий такий світ захоплень? Що важливо враховувати? Да, ви правильно говорите об этом, і я хочу подчеркнуть, что все это важно в комплексе. В комплексе почему? Потому что у нас у всех есть разные возможности, есть разные способности. Если мы будем говорить о качествах таких, как темперамент, способности, черты характера, волевые качества, самооценку человека, это очень большое влияние имеет на выбор профессии. Давайте рассмотрим самое основное, это способности человека. Есть у нас способности основные и специальные, которые необходимы для освоения разных профессий. Например, не каждый из нас владеет вокальными данными, а это очень важны те качества при выборе таких профессий художественного направления, как актеры, музыканты, артисты, да. Вот. Поэтому очень важно это учитывать. Затем у нас есть такие способности, как обоняние, да, вот чуткое обоняние и такие специальности, как парфюмер, она
и такая инклюзивная такая профессия, тоже требует тонкого чутья ароматов и хорошо запоминать их. Это тоже способности специальные. Также специальности такой профессии, как дегустатор вина. И та же профессия, как сомелье, которая распространена тоже в сервисных обслуживаниях, в ресторанах и кафе, есть такое. Это специальные способности. Также способен, если более такую необыденную, а распространенную профессию возьмем, как закройщик, здесь должен быть хорошо развит глазомер. Если мы говорим о таких профессиях, как водитель, летчик, швея-мотористка, даже пианист, у них должна быть развита сенсомоторная координация, потому что при выполнении своих трудовых обязанностей люди работают и руками, и ногами, то есть уметь. И нужно, головой. И головой, да. И еще уметь координировать свое внимание. Реакция, реакция обязательно, да. Поэтому очень важно учитывать способности. Также, что могут сделать родители, обращая внимание на способности детей? Правильно вы заметили о том, что нужно учитывать, чем дети занимаются позаурочное время, какими видами спорта, какими кружками, в каких кружках они занимаются. Тем самым они развивают свои способности. Если в спорте психомоторные, если же вокальные, художественные в художественных школах, они художественные свои способности, которые необходимы для профессии художественного образа. Это архитекторы, дизайнеры, всевозможные модельеры, просто художники, оформители. Все эти качества, они будут учитаны, и способности этих детей, и будут влиять на скорость освоения этой профессии, и глубины, и легкости. Когда ребенок или взрослый человек, благодаря своим способностям, которые подходят его профессии, ее осваивает быстро, легко, то он и более будет востребованный и быстро реализуется на рынке труда. Потому что если ребенок недостаточно, у него развиты эти способности в соответствии его профессии, он будет учиться, да, он будет ее осваивать, конечно же, ничего невозможного нет, но будут он испытывать некие трудности, более медленно испытывать, может быть, напряжение эмоциональное при работе с людьми или с именно оборудованием. Поэтому нужно всегда учитывать, на это обращать внимание. Если мы будем говорить о темпераменте, то темперамент – это является наша основа, основывается на силе нервной системы, которая окрашивает нашу деятельность и эмоциональное проявление в трудовой деятельности и в поведении. И вот темперамент… Это таким прикладом еще, да, было разумело. Да, хорошо. Если мы возьмем человека, который владеет, у него преобладает тип темперамента – флегматичный, то есть он спокойный, уравновешенный, немного инертный, он не вызывает у него эмоции на лице, не проявляется, мы не можем не всегда прочитать, да, он такой спокойный. В его деятельности необходимо время для того, чтобы он в нее вошел. Он может испытывать трудности при адаптации своей работы. Ему нужно время с ней познакомиться, ему нужен режим, ему нужно время для того, чтобы изучить ее, подготовиться. Поэтому для этого человека, который преобладает этот тип темперамента, ему необходима работа, которая требует время. Это, например, могут быть фотографы, может быть, световод, он так, человек, техника, который… Не потребна великой оперативности. Да, нет, ему это не нужно, потому что он будет испытывать сложности, напряжения. Хотя можно говорить, что эти люди с таким преобладающим типом очень хорошие исполнители. Вот я могу образно сказать об этих людях, они как локомотив, которые медленно заводятся, а потом идут ровно, надежно и стабильно. Да, вот. Поэтому это такой тип людей, и для них характерны такие вот особенности. Еще говорите про холериков. Про холериков, да. Холерики у нас очень такие вот быстрые, реактивные, инициативные, бывают импульсивные, бывают такие вот иногда вспыльчивые, но… Не может долго на одном месте не может, да, не может. Им
ему нужен смена деятельности, а монотонный труд ему будет испытывать сложности при монотонном труде ему. Ему нужно здесь и сейчас. Отработал, получил результат, и вот я. И далее можешь заниматься чем-нибудь иншим. Конечно же, да. Это для таких людей, у которых преобладает этот тип темперамента, свойственно или можно порекомендовать такие виды деятельности, которые требуют быстрой реакции, риска, даже рисковые, угу. Это пожарники, спасатели, бизнесмены, потому что им нужно быстро принимать решения. Угу. Они часто берут инициативу на себя и тем самым решают насущные проблемы. Чего не скажешь о меланхоликах. Да? Угу. Вот. Хотя... Холерики не будут испытывать трудности при монотонной, скрупулезной такой вот работе. Им будет сложно, потому что они быстро, их нервная система, у них быстро все это проходит. Ми знаємо, що люди схильні до такого типу темпераменту часто не доводять почати справу до завершення. Возможно, конечно же, но если их... переключить на другой вид деятельности. Но это больше, может быть, предположить, что это сангвиники. Почему? Mm-hmm. Потому что они очень добродушные, очень mm-hmm. веселые люди. У них эмоционально настроены, коммуникабельные, общительные, позитивные. Они любят перемену действий. Они хорошо переходят с одного вида деятельности на другой. Но недостаток в том, что они могут быть... Да, мы сделали поверхностно изучить что-то, а... Неінтересно, я вже перейду на другу. Не заглиблюється. Не заглиблюється, ні. Так. Тобто зараз, я думаю, що ви переконали наших глядачів в тому, що зважати на тип темпераменту дуже важливо. Важливо, так, да, важливо. Ну, емоціональна стабільність людей дуже теж важна. Уметь корректировать и регулировать своим эмоциональным фоном. Особенно это важно для профессии человек-человек. Это профессии, которые сталкиваются с людьми. Это медицинское обслуживание, врачи, преподаватели, воспитатели и юристы, адвокаты и так далее. От момент, який ви щойно озвучили, професія людина-людина. Це важливий момент, давайте пояснимо, як классифицируются профессии, за какими типами и какие еще типы, кроме людина-людина, существуют? Хорошо, существует 5 типов профессий психологических. Первый тип, я уже говорила, это человек-человек сюда относится, не буду повторяться, да. Сильно взаимодействует. Да, это для этих людей эти профессии выдвигают определенные требования, умение выстраивать контакты, удерживать контакты с людьми, то есть чтобы общаться. Затем уметь владеть своим эмоциональным фоном, распознавать, в каком состоянии перед ним находится человек, и с этим учетом этого с ним взаимодействовать. Далее, уметь влиять на людей. Да, если это воспитатель или это доктор, врач, он должен повлиять в нужный момент на ребенка или пациента. Также уметь красиво говорить. Речевая активность должна быть. Также должно быть внимание хорошо развито, понимание, сопереживание. Ну и такие черты характера, как тактичность, внимательность, вежливость, эрудиция. Это коммуникативные такие навычки, да, тоже важны. Важны эти качества. Следующий тип профессии, направления психологические – это человек-техника. Здесь подразумевают такие специальности, которые производят обслуживание, монтаж и ремонт технического оборудования. Сюда относятся слесари-ремонтники, инженеры-технологи, всевозможные электромонтажники, тобто все специальности операторы, которые связаны с оборудованием. Зараз нашим операторам за камерами приятно почути про себе. Поэтому для... этой категории профессии необходимо учитывать людям, которые пойдут туда учиться, чтобы у них было наглядно-образное мышление хорошо развито, хорошие моторные движения, координация и отстраненное такое мышление. Все, что связано с техникой. Это люди, которые любят работать, чинить, взаимодействовать с ней, выстраивать ее, собирать. Да? Поэтому
все, что с ней связано, особенно мальчишки, да, наши, когда любят собирать что-то, делать. А якщо говорити про, ну, можливо, грубо говорити, але все одно ми розподіляємо професії на чоловічі і жіночі. Ті професії людина, техніка, які ви назвали, це збільшого чоловіча. Да. Які жіночі, наприклад, для дівчат, які є професії людина, техніка? Людина, техніка, да. Я хочу сказати, що в нашому місті є ліцеї, де крановщики, є навіть жінки працюють на кранах. Я хочу сказати, що раніше були професії, які станочниці стояли на станках. Ну, вот техника. Швадське обладнання. Я хочу, для швеї це теж техніка. Потім можна віднести контролер-касір, він теж працює на касовому апараті. Це теж техніка, теж тут сопряжена робота продавщиці, продавця з касовим апаратом. Ну, вот как-то так. Але все одно більше так можна говорити, що це для чоловіків напрямок. Хоча, смотрите, много у нас женщин, які водять автомобілі сейчас. Сейчас пересели и работают, и обслуживают. И есть случаи, когда увлекаются девушки, они работают с автомобилями и по ремонту, и успешно добиваются. Гендерная такая, да. СУФ теж відбувається, да. Гендерный. Переходимо до третьего типа. Третий тип у нас человек-знаковая система. Це вже менш зрозуміло. Меньше зрозуміло. Давайте это поясним. Знаковая система – это профессии, которые подразумевают собой взаимодействие с чертежами, с цифрами, звуковыми, какими-то звуковой информацией. Например, это чертежники, картографы, бухгалтеры и... Библиотекари, потому что это текстовые еще тоже, это тоже знаковая система компьютерного набора. Все это представители профессии этого направления. Человек – знаковая система. Для них необходимо иметь хорошую концентрацию внимания, усидчивости и умение работать с числами и знаковыми системами, уметь читать эти чертежи, уметь их создавать еще. Ну вот, вот в такой и усидчивости, и кропотливости, и внимательности. Следующий тип, психологический тип профессии – это человек-художественный образ. Ну, здесь понятно, что это люди творческого больше склада. Но это профессии, которые подразумевают создание каких-либо художественных произведений. Это и писатели, и даже журналисты, и поэты. Также создание объектов по образцам, по эскизам. Модельеры, конструкторы. Все это относится к художественному образу. Для этих людей главным является умение или способность художественной, эстетического вкуса. И, конечно же, очень развитое воображение у этих людей должно быть. Они видеть должны свой продукт, свое творение уже у себя в голове, какой он получится. Посмотрите на дизайнеров, как нужно трудиться, чтобы выпускать коллекции. И очень хорошо у людей, у многих это получается. И останний тип – это у нас человек-природа. Это профессии, связанные с изучением живой-неживой природы и также по уходу за животными. Это у нас и химики, биологи, геологи, можно сказать еще по природоохранным. Ветеринары. Ну, ведь обязательно ветеринары. Очень популярная сейчас эта профессия. И различные, можно сказать, и кинологи, которые тоже работают с животными. Здесь необходимо человеку, который выбирает эту профессию, быть готовым к тому, что условия работы не должны быть такие вот не в кабинете, это может быть на природе, это может быть с животными, то есть требует недостаточно комфортных условий. То есть к этому люди должны быть готовы. И людина має бути, відповідно, невибаглива. Невибаглива, да. Также еще люди должны... Готова до самопожертви, напевно. Да, возможно. А очень большое внимание нужно обращать на то, что сразу результат
не видим, например, да, что будет дальше, если там биологи, химики ставят опыты, развивают и изучают, то насколько и когда этот будет конечный результат, не всегда ясно. И уметь себя перенаправить, да, в какой-то момент, когда это будет требовать ситуация, что-то нужно изменить и дальше идти в своем изучении того или иного явления. Угу. Ирина Викторовна, якщо говорити про типи професій, більш-менш ми зараз зрозуміли, ясно, що вони не обов'язково мають бути такими чистими, вони можуть поєднуватись, і людина-людина, і людина-знакова система, наприклад, так, ну, все, ну, бувають комбіновані якісь професії, де і спілкування потрібне, і вміння оперувати тією ж технікою. Але більш-менш зараз ми з'ясували. Але все одно ми знаємо, що дуже часто, навіть маючи інформацію про ці типи професій, люди припускаються помилок і обирають не ті професії, до яких в них є схильність, здібності, і до яких їх темперамент міг би допомогти. Як можна виявити отаку помилку і що, власне, приводить до таких помилок? Чому ми їх припускаємось? Но, скажем, что может нам помочь, да, в этом плане, чтобы не ошибиться, чтобы узнать, распознать, какие мои личные психологические качества будут соответствовать той или иной профессии. Для этого, конечно, на современном этапе много проходит профориентационной работы. Ребятам разъясняют, говорят, какая профессия, проводят занятия. Психологи предоставляют возможность каждому ребенку, которого это интересует, или взрослому, пройти тестовые диагностические методики, которые позволят и покажут нам, в каком направлении мне двигаться, что мне больше нравится, в чем, куда мне мои устремления есть. Вот именно в сфере профессии, по типам профессии можно определить, в какое направление идти дальше. Но также, как мы говорили, что есть и индивидуальные особенности психологические, то есть здесь тоже тесты нам тоже могут помочь. Это также психологи вам могут дать возможность узнать и вашу коммуникабельность, насколько она у вас развита, насколько у вас развиты волевые качества, какой у вас характер, какие у вас, насколько вы конфликтный человек или нет, это очень важно. Интроверт, да, экстраверт или интроверт, это то есть направлен на себя или на внешний мир. То есть здесь большой спектр диагностических методик, который может помочь нашим детям и их родителям узнать лучше себя. Ну что же можно еще сделать? Обращать внимание, чем интересуются дети, родителям и детям наблюдать за собой, как я веду себя, насколько я люблю общаться, насколько мне нравится общение с людьми, насколько у меня развит, я могу довести начатое дело до конца, насколько я рисковый или я очень осторожный человек. Все это нужно наблюдать, учитывать при выборе професії. Які ж є хибні мотиви до вибору професії? Все одно ми бачимо, що часто люди опиняються, ну, на жаль, не на своєму місці. Чим же керуються хлопці і дівчата, які обирають професію з хибних мотивів? Хорошо, спасибо. Це актуальний вопрос, тому що ми часто замечаємо, що коли закінчують учебне заведення, ребята не всі йдуть по своїй спеціальності. З-за чого це може відбуватися? Перше, з-за чого? Когда встает вопрос перед ребенком выбора профессии, а ребенок, например, не знает, куда пойти, он еще не определился еще, куда я пойду, кем я хочу быть, то здесь, конечно же, помогают родители. Бывает, помогают, но не очень хорошо. В отмежу послугу дают. Да, в каком плане? Потому что они говорят, ну вот иди туда-то, эта профессия востребована, ну себе на кусок хлеба заработаешь. Не без учета того, что здібності, да, інтересів ребенка і способності його. Или говорять о том, що вот пойди туда-то, и со своего жизненного опыта думают, ну вот я там не реализовал себя, а вот мой ребенок там реализует. Або навпаки, щоб дитина продовжила кар'єрний шлях навпаки. Да, да, ви праві. Конечно же, в этом. Есть династии, которые и говорят, вот мама, папа и дедушка были у нас докторами, продолжим свою династию, и ты пойдешь. А ребенок
не хочет туда идти, он хочет другое направление, или у тебя очень хорошо получалось быть музыкантом, закончил блестящую музыкальную школу, давай туда, и пойдешь, будешь музыкантом или преподавателем, в консерваторию где-то будешь выступать. Ну, дети не всегда... з цим согласна. Тут велику роль відіграють батьки. Зараз це більше навіть рекомендація не для самих абітурієнтів, да. а для батьків. Да, щоб поэтому... рекомендації були коректними з урахуванням особливостей, здібностей і інтересів дітей. Да. Також ще велика ошибка відбувається у дітей чаще всього після 9 класу, в тому, що вони йдуть за друзями. Сами не не визначились, не определились і пішли за другом. А друг, він определился, Вася, например, я пойду в пожарники. Почему? Mm-hmm. Потому что я рисковый молодой человек, я сильный. А друг не визначився, а я спокійний, такой вот інертний. Але за компанію теж готова піти да, вступити. Звісно, звісно. Поэтому це теж такий хибний мотив, да, якого очень, не варто дотримуватися. Да, пані Ірино, я дякую вам за відповіді, які ви надали у нашій студії. На жаль, час нашої зустрічі спливає завжди дуже швидко. Можливо, навіть не все ми встигли обговорити, да. але сподіваюся, що головні рекомендації, які пролунали, допоможуть і абітурієнтам, і їхнім батькам у виборі подальшої професії. Я нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися із пані Іриною Телешовою, практичним психологом ліцею торгівлі та ресторанного бізнесу. І сьогодні ми говорили про вибір подальшої професії, про те, на що зважати, а яких помилок не припуститися. Залишайтесь і надалі з телеканалом «Миколаїв», щоб знати більше. Ми завжди працюємо з вами і для вас. На все добре!